Это Red Rocks Tour, мы у стен Нижегородского Кремля. Прекрасный Кремль. Погода тоже вроде бы еще ничего. Группа «Ночные снайперы», Диана Арбенина. Диана, расскажите, вам частенько же приходится выступать на фестивалях, не только на Red Rocks, но и на всех остальных, в том числе, наверное, европейских. А в чем, может быть, какое-то главное отличие этого фестиваля от всего остального, где вам приходится играть? Ну, во-первых, мы поддерживаем Олимпийские игры. Это самая, в общем, отличительная особенность. Это, во-первых. Во-вторых, в Нижнем мы никогда не играли, еще имею в виду ни на одном фестивале. Мы как-то играли 9 мая, но это к делу не относится. Поэтому я прекрасно понимаю, в каком я нахожусь городе, а Нижний – это действительно рок-н-ролльный город. Ну, в общем-то, и да. Прекрасно понимаю, что я сегодня символизирую, стоя на сцене. А как насчет артистов всех, которые Ярослав Малый и ребята из Мачете выбирают для фестиваля Red Rocks? Как вам лайнап сегодняшний, с которым вам приходится работать вместе? Слушайте, очень смелый сегодня состав, потому что люди поют на английском языке, и вот это, конечно, меня просто очень подкупило.